ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad at black. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA 2019'da Paris Saint Germain ve Real Madrid herhalde bir tur yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ilk açtığınızda video tabii ki de bulanık gözüküyor. Onu kaliteden 1080p ya da 720p yapabilirsiniz. Если происходящее на поле им приходится не по нраву. Причём они не делают скидок даже для своих. Да ему дико тамлюс. Her zaman söylediğim gibi. И даже Зинедин Зидан. Не говоря уже про президента клуба Флорентино Переса. Ну, разумеется, тоже. Да, ну оluyor. Можно забивать. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стар. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. И смотрим на состав мадридского Реала. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Это состав Париса. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Бейл, подача. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Марко Верати. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И бьет Бензема. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. А вот Гаррет Бейл и его визави Неймар. Как они сыграют? Дашь прогноз? Итак, Гаррет Бейл. Игрок, способный развить буквально сумасшедшую скорость с мячом. И оборона в такие моменты часто бессильна. Что касается Неймара, игрок великолепно Неймар. Собирает атаки, и удар его взять очень трудно. Интересная сегодня будет стычка между ними. Вот что я скажу. Здор, Гаррет Бейл. Лука Модрич. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Слишком далеко, очень неточно. Тренер сразу задействовал две руки, одной показывает кулак, а другой будет у виска. Что ж ты делаешь, дорогой? Игроки мадридского Реала ведут мяч в игру. Иште бу, Неймар. Рафаэль Варан. Модрич. Не дают продохнуть Луке Модричу, сразу же накрывают прессинг. Яндексин, да ми? Шпен олмасын аби, дьё, бак мана. Сиз дымёсо заман, дьё. Лука Модрич. Когда у команды вдруг возникнут проблемы с контролем мяча, именно он их и решит. Лука Модрич своими действиями может переломить ход самого неудачного матча. Опустит мяч вниз, где нужно придерживать, где нужно отдать. Лучше, если ты не зонда улучшится. Yorumlardan bize söyleyebilirsiniz ama lütfen. И подача на дальнюю штангу. Yiyordum arkadaşlar şu an. Hiç panik yapmıyoruz. Burak Tinç. Можно было пробить и получше. Kaldığı yerden devam ediyor. Adı Burak Tinç. Передача приводит к потере мяча. Yeşil 10. Ve süper bir futbolcu. Lan hadi. İsko Alarcon. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Дайма, bir kere daha deniyoruz. Забирает мяч голкипер. А? Дайм, не дайм, 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 аут будет бросать мадридский Реал. Реал Мадридлеми. Карвахаль. Лука Модрич. Мама. Казимиро. Нет угловой в пользу соперника по центру. Очень громко сейчас на стадионе. Ama. Они не использовали момент. Рафаэль Варан. От души по мячу он приложился. Не сильно получился удар. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Отличный момент есть. Мадридский Реал получает право на угловой удар. Навешивает кросс. Защита первая на мяче. Вынос. Ого, сон дакада дунду. Чтобы добро залить мяч. Мяч потерян.
Карвахаль. Он и чем не автор. У Карвахаля на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. Подача, чей мяч будет? Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не надо. Выше ворот летит мяч. Если бы не Варахаль, был бы гол. Навешивает с углового Рафаэль Варан. Не клеится, никак не клеится. Все вроде бы делают правильно, но как дело доходит до удара, начинается что-то непонятное. Да, бывает и такое. От сильного желания и чрезмерного старания. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Гаррет Бейл. Навешивает про. Бейл! Мяч вратаря. Можно начинать свою атаку. Казимир. Иско. Было нарушение, но мяч у Реала, и арбитр даст отложенный штраф. Бей, ох, и выводи команду вперед! А? Вот это момент был у Бейла. Совсем немного ему не хватило до первого гола в этом Адам, матче. Адам, ты бы навесишься. И он бы открыл счет за Пари Сен-Жермен. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Бензема ищет, ищет. Бензема. И прошла передача. Бензема, Гаррет Бейл с мячом. Бензема, ошибка, я в мяч. Юлиан Драксель. Адриан Рабье. Güzel. Hadi, hadi. Daima bir kere daha deniyoruz. Luka Modrić. Luka Modrić, свет. Эдинсон Кавани. Giriyordu Кавани. Мяч от угла поля будут вводить в игру футболисты Пари Сен-Жермен. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Неймар. Есть! Штрафной адресаты, навес нужен. Забирает мяч, Галки. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Бейл. Ого! Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Высочайшая, недостижимая для большинства скорость выделяет Гаррета Бейла на фоне других. Касается это и бега, и работы с мячом, и, разумеется, принятие решений. Соперники за Бейлом просто не поспевают. Великолепно сыграл защитник. И Иско Аларкон. И буквально подарил мяч сопернику. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. Бейл. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче. Неймар, великолепная передача. И пробил игрок. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Уверенно действовал в переходе. Отличный удар. Удар и мяч попадает в обороняющегося игрока. Uf, ayağımın ucuna geliyordu top. Luka Modrić. Bir şöyle gelsin. Gareth Bale. Мяч перехвачен, плохо сыграл. Ne hayırdır kötü oynuyor? Modrić. Modrić vurdu. Ben şaka yaptım. Olaf'ı ciddiye almadın değil mi? Olaf'ı ciddiye almadın. Kötü oynuyor derken ya yanlış söyledim. İyi oynuyorsun tabii. Yani gaza gelme de gol atma o yüzden. Adama kötü oynuyor dedik, yiyorduk. Neymar.
Теперь атака уже соперник будет. А то пока газ гад, и он имеет вообще-то. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланг. Четко надежно сыграно, выносит мяч из штрафного. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Прокиньте, был... Şeyi kaybetmeyecek maçı. İçeri artıçlarmış. Теперь мячом владеет Реал. Ve içeri bitiyor. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что... Burak King tabii ki de Dayısı'yı yenecek. 0-0. İlk defa içeri 0-0 mu bitiyor? Evet. Maça devam ediyoruz. Bu sefer ben başlıyorum. Paris Saint-Germain начинает вторую половину встречи. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Опасно! Не что. Тони Кросс. Кросс. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Сидят где-то рядом сидят. Тони Кросс. Рамос. Казимиро. Бейл. Бензема. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Да я так уже ронял. Это удар опасности для голкипера Немеля. Эски Бра, он тут. Слушайте, какая культура паса все-таки у него. О, так лайф, так лайф. Мяч перехвачен. Ух, так лайф, вы готовы, макаша? Бу так лайфы мечен, там 50 бейни бекляю. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Есть удар! А вот если взять Гаррета Бейла, Константин, как он, по-твоему, сыграл в первом тайме? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. И у соперника теперь мяч. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Я без сезон. Неймар! Неймар! Arkadaşlar duyma. Bu maçta mağlup etsem demedim mi? Eski Burak yok. Şimdi Burak King var. Bunun için çok büyük beğeniler ve aboneler bekliyorum. Bak şuna bak. Neymar'ı ara pas. Neymar. Süper bir gol. Evet. Çok heveslenmiyorum. Çünkü son giren iyi güler derler. Dayım bana bir gülerse kötü olur. O yüzden. Devam ediyoruz. Gördünüz mü Neymar'ın o golünü be? Sonunda be. Adrian Rabiot. Нет, не дошел этот пас до адреса. Niye geçmiyor? Niye geçmiyor? Tony Kroos. Almaz. Ooo arkadaşlar ben son gün yukarı demedim mi? Реалу дают пространство на фланге, это чревато. Мяч в поле выбивает Тиаго Сильва. Ох, ну я ладно. Адриан Рабьё. Ну это уже совсем плохая передача, но нужно собраться. Эдинсон Кавани. Кавани, hadi bak Neymar attı sen de at, hadi Кавани. Иско. Arkadaşlar ben Cavani'den gol bekliyorum. Cavani. Arkadaşlar Neymar mı Cavani mi Mbappé mi? Bence Neymar. Tabii ki Neymar. Orta açacak. Tamam güzel orta açtı. Ama tabii ki de adam böyle tam olarak yerleşmemişti. Kim kullanıyor? Dayım kullanıyor. Evet. Навешивает кросс. Удар! Oha rovaşata çekti. Adam rovaşata çekti. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Многообещающе выглядела эта контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Неймар. Казимир. Кросс. Эй, все.
Появляются свободные зоны. Хороший пас на вход. Но не смогли придумать продолжение в этой атаке. Ben Paris Saint-Germain oynadığım zaman Benzema'yı seçmiyordum. Benzema'yı yedeğe koydum. Toni Kroos. Çünkü ben zekalıyım. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Dayım geri döndü. Mbappé. Накрывает игрок этот удар. Мбаппе. Помогает вратарю. Эдинсон Кавани. Кавани кочерзит Кавани. Спасение. С такой-то дистанции удары редко отбиваются. Кавани, я. Так ты дели это надо мне. Ну, навешивай. О. Дракслер, будет гол. Arkadaşlar, Кавани'ye kaç kere denedim. Кавани, at artık. Bak, Mbappé'yle atacağım artık. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Biliyorum. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Galatasaray seçseydin, belki daha da güzel olacaktı. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Какой удар! Вратарь выходит и забирает. Да я, yeni удар, но мяч туда скисит. Он не делает, она все чек, он фактный, я не знаю, там что-то. Не точно удар. Саман взял все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Что ты делаешь? İyi ben şutları güzel çekemiyorum. 3-4 olmuştu. Benzema. Of, eyvah. Devam etti mi? Eyvah arkadaşlar. Atak yaptı. Benim Roland. Aha. 15 минут до конца основного времени матча. Geliyor. Ben de mi atak yapayım? Нельзя давать пространство такое Реалу на флаг. Koş, koş. Koş hadi durma. Geliyor alan. Sağ kalan. Geride kalan. Bu sese geldi şarkısı. Marco Verratti. Эдинсон Кавани. И вот мяч вернулся к Реалу. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Иско. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. И пробил он поворотом. Реал без поддержки своих фанатов не остается никогда. Я начал играть, я начал играть, я начал играть, я начал играть. Пошли последние 10 минут игры. Кач? Арбитр назначает штрафную. Фор. Эя. Даем, güzel. Рамос. Балс верди. Иско. Şimdi... Изумительная передача от Иско. Кросс. Навешивать надо. Марсел. И удар. И этот голкипер явно станет героем встречи. Да, Арсенал меня харизмен. Мгновенно, хотя матч еще не закончился. Парис Сен-Жермен жошту. Парис Сен-Жермен жошту. И пробил игрок. Хорошо задумал, но испанцы победили. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Юлиан Драксель. Мяч ушел за пределы поля, и Парис Сен-Жермен ведет этот мяч в игру. Разгадали замысел соперника, они не завладели мячом. Bak, avadanla sıyrıldın işte. Yalan, güzel oynuyor. Реалу дают пространство на фланге, это чревато. Из боковой линии мяч будут футболисты мадридского Реала. Ha, ilk defa ikinci yarıya kadar 1-0 kaldı. İlk defa. Иско. Виера. Тони Кросс. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Içeride... Нет, счет очень просто, надо лишь реализовать это. А, там. Едет по голе. Навешивает с углового Тони Кросс. А мы все даем. Модри! Здорово, очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот.
Ben de anlıyorum senin yenildiğini ama ne yapayım canım öyleseydim. Oha. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлено. Keşke for yapsam. Kazimir. Ceza sahasında bir tane for yapsam penaltıyla. For açam da. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Мяч все ближе подбирается к воротам соперника. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивать. Arkadaşlar bu gol, attığın gol sizin şimdi. Şimdi sizin için bir gol daha bakalım atabilecek miyim? Ama bir gol daha tamam arkadaşlar. Ve maç bitiyor. Победу столичного Пари Сен-Жермен. 1-0 yendim mi şu an? Победа это победа и неважно где она была. Да, я сегодня тебя ведёром. Ама официально. Главное результат. Это аксиом. Да, конечно, пусть прозвучит банально, но Не бегаш. Марк. Ма бизе голу бак бак. Казимиро. И эту главу. Sen kaç tane şut çektin ama? Muhterem Buffon oğlum. Bak şimdi. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Отличный момент. Güzel bir şut geldi ama benim kalecim çıkardı. Bravo na uglavı udar. Benim golümü gösterir misin? Benim golümü göster. Подача, чей мяч будет? Golümü gösterir misin? Получилось вот только адресат. Kaç tane denemişsin? Dayı bak kaç tane denemişsin? Ha hep sahip böyle tutmuş. Kaç tane bu? Parmak ucuyla çıkardı. Kaç tane? Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, benim golümü göster. Rafael Varane. Не клеится. Никак не клеится. Все вроде бы делают правильно, но как дело доходит до удара, начинается что-то непонятное. Да, бывает и так. Hep Paris Saint-Germain'i seçeceğim mantıklısı. Bir daha yine Paris Saint-Germain. Ben sana oldum. Ben sana oldum. Sen Paris Saint-Germain. Выводи команду вперед! Ага. А? Сей, сон, 2 дакка ойнаяк ми? Сана сорлёр я. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O gol sizin içindi. Artık Burak gitti. Yerine Burak King geldi. Dayıma daha çok gol atacağım ilerleyen zamanlarda. İsteyen istediğiniz oyunlar olursa lütfen bize söylemeyi unutmayın. Ve bundan sonraki videomuzda hangi oyunu istiyorsunuz? Onu söyleyin. Ha, diğer videoda hangisini çekelim? Bakacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Belki devam eder. Unutmayın 1080p'yi alıyorsunuz. Kaliteden, yukarıda ayarlardan kaliteye basıyorsunuz. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.